Всем привет, друзья! Сегодня пеку кокосовые заварные пряники. Эти пряники в нашей семье нравятся и детям, и взрослым. Рецепт не содержит лактозу. Для приготовления пряников нам понадобится 250 грамм муки, 250 грамм сахара, чайная ложка соли, сорок грамм кукурузного крахмала, все хорошенько перемешиваю для того, чтобы все сухие ингредиенты соединились. Сухую смесь буду заливать кокосовым молоком в количестве 500 мл. Молоко нужно будет довести до кипения. Молоко с содержанием жирностью 27%. Кокосовый орех 78%. Кипящее кокосовое молоко выливаю в сухую смесь. И начинаю быстренько перемешивать. Выливаю 100 грамм растопленного маргарина. И вот теперь нужно будет дождаться, пока кокосовая смесь остынет, и потом будем вводить следующие ингредиенты. В остуженную смесь выливаю 3 столовые ложки рома. Два желтка. Одно яйцо. Высыпаю муку. Поверх муки 2 пакетика разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. Замешиваю тесто. На приготовление пряников у меня уходит 1 килограмм муки под номером 450. Тесто нужно будет еще хорошенько вымешать. Вот этого количества муки нам хватит на разделку пряников и на замес. В чашечке просеяно 300 грамм муки. Это получается 250 грамм муки я заварила. 550 грамм муки я добавила первый раз, когда вымешивала тесто, и вот сейчас 300 грамм муки. Тесто не забивайте мукой, оно должно быть мягкое, нежное. У нас сейчас время предрождественских праздников. Обычно в это время я сама или просто с детками печем различные печенья, прянички.
Но эти пряники у нас долго не лежат, хотя они долгого хранения могут лежать 3 месяца и не черстветь. Очень вкусные пряники, просто вкуснейшие, с интенсивным ароматом и вкусом кокоса. Все, тесто получается такое слегка липнущее. Ему нужно будет дать отлежаться в течение получаса. И для того, чтобы тесто не прилипало к стенкам чистой посуды, я смажу маргарином. На маргарининую чашечку укладываю тесто. Тесто нужно будет сверху прикрыть, чтобы оно не заветрилось. Пряничное тесто готово к работе. Тесто растягиваю в жгут и делю на порционные кусочки весом 45-47 грамм и скатываю в шарики. Из каждого отмеренного кусочка теста весом от 47 до 50 грамм формирую шарик. Шарики буду укладывать на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекать пряники буду при температуре 180 градусов. Форма пряников может быть различная. Вы можете раскатать лепешку и вырезать стаканом кружочки. Но мне больше нравится формировать прянички вот таким вот способом. Они получаются кругленькие, по форме напоминают магазинные. Первая партия пряников сформирована. Отправляю в духовку. Пеку до легкого золотистого цвета. Время выпечки засеку. Пряники буду покрывать белковой глазурью. Здесь 2 белка комнатной температуры. Щепотка соли. Взбиваю. Добавляю 2 пакетика ванильного сахара. Вместо ванильного сахара можно добавить лимонный сок, сок апельсина, цедра апельсина, к примеру. И при взбивании постепенно буду всыпать сахарную пудру. В рецепте понадобится 250 грамм сахарной пудры. Приготовленная глазурь легко стекает с ложки. Пряники готовы. Я их выпекала ровно 25 минут. Посмотрите, какие они симпатичные, пухленькие. Пока они горяченькие, их нужно будет смазать белковой глазурью. Смазанные пряники укладываю на противень. Пряникам нужно будет дать хорошенько обсохнуть. Донышки пряников я тоже смазываю.
Эти пряники вы также можете приготовить на жирном молоке с добавлением сливочного масла, но тогда прянички получаются намного сдобнее и тяжелее, и они не так долго хранятся, как пряники, приготовленные на кокосовом молоке и маргарине. Но получаются тоже очень вкусные. На моем канале уже есть рецепт пряников, посмотрите, тоже очень хорошие, очень удачные. Вот посмотрите, пряничек почти засох и остаются такие вкрапления теста. Если хотите, можете по прянику пройтись еще один раз, тогда он получится такой белоснежный. Сверху глазурь можно посыпать кокосовой стружкой по желанию. Вот такие белоснежные пряники получились. Для того, чтобы пряничная выпечка стала по-настоящему вкусной, рекомендую дать ей отлежаться в течение 2 дней в плотно закрытых контейнерах. Без доступа воздуха пряники хранятся месяцами. Давайте посмотрим, как пряничек выглядит в разрезе. Выпечка отлично пропеклась. Прянички плотненькие, но в то же время очень мягкие. У них нереально красивая форма. Такая выпечка может послужить классным подарком родным и друзьям на рождественские праздники. Попробуйте приготовить и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.